дверь-то на верхний замок закрыл? Так, заходите. Переживаете за сохранность сбережений? Сбербанк предлагает валютные вклады в долларах и евро. Сбербанк России. Просто профессионально. Тесно стоять. Там два брата в келье. Уединились. Мы опасаемся. Неделю поста. Каждому. Мороженое Талосто «Золотой слиток». 220 грамм чистого удовольствия. Со сгущенкой? 2 недели. Не нравится водопроводная вода? Фильтры «Барьер» гарантируют непревзойденное качество очистки. Фильтры «Барьер». Качество чистой воды. «Барьер». Игорь Скляр и Нина Усатова в искрометной комедии «Мужчина, постойте». 2 и 4 октября на сцене театра на Литейном. Билеты в театральных кассах города. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали под черною водой. И все твои печали под черною водой. Ретро FM. Подпевай. Внимание! Газета «Метро» прорубает окно в Европу. Дворец культуры имени Горького приглашает 8 и 9 октября Геннадий Хазанов и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк в комедии «Все как у людей». Да, да, ты знаешь это слово. Ты можешь его произнести. Пожалуйста. Чтобы спеть лебединую песню, не нужен голос, имеющий уши, услышит. Фанни Ардан и Джереми Айронс. Фильм Франко Дзефирелли. «Каллас навсегда». 1 октября на Пятом. Игры в дебаты между командами старшеклассников. Полуфинал. Ведущий Лев Лурье. Игра ума. 2 октября на Пятом.